Второе место серебряной награды. Евгений Геут, Анна Новак, город Минск, танцевальный клуб «Айденс», тренеры Артем и Ирина Мирончик. Победители первенства Республики Беларусь. Юниор 1 «Стандарт». Яромир Леонов, Ангелина Шак. Город Гродно. Танцевальный клуб «Империя». Тренеры Екатерина Перовская, Сергей Миклашевич. Первое место и золото первенства страны в программе «Стандарт». Поздравляем победителей. Вот вам в подарок уже детей несут. Не знаю зачем. Ну а мы приглашаем тренеров, победившей пары, для вручения памятного диплома. Екатерина Деровская, Сергей Миклашевич. Диплом за подготовку победителей первенства Республики Беларусь.